Всем привет! Сегодня я лечу из Жуляну-Гданьск. Схема движения по привокзальной площади аэропорт. Вот так вот выглядит аэропорт Жуляны. Вот такой красивый самолетик. Киев. Вот так вот тут. Красиво. Люди фотографируются с ним. Так вот. И я сфоткаю сейчас. Ну, вон там с детьми. На табло видно несколько отмененных рейсов в Визейр. Мне повезло, мой рейс не отменили. Так как я перепутала время вылета, то я не успела покушать и решила перекусить в аэропорту. У меня осталось 10 минут до посадки и минут 20 до вылета уже. Тут очень прикольно, вот можно сесть и смотреть на взлетную полосу. Заказала я себе на пару какую-то котлетку и грибы-гриль. Стоило это 100 с чем-то гривен. Объявили посадку, я быстро-быстро все съела, а потом пришла, увидела большую очередь и решила еще немножко погулять. Вот тут есть другое кафе, у них тоже вид на взлетную полосу, то есть можно выбирать, они в первом, как я спешила, села, возможно, в этом и лучше. Вот тут это люди, хвост моей очереди, вот вся моя очередь, и я пока хожу тут гулять. А мне досталось место у аварийного выхода, очень, конечно, прикольно, тем более, учитывая мой настрой. Да, я сижу рядом с аварийным выходом. Вот так он и выглядит. Это окошко на самом деле является дверью. И впереди есть инструкция, как действовать. Ну все, полетели. Всем приятного полета и мягкой посадки.
аэропорту Гданьска. Ну что, пойдем посмотрим аэропорт. Красивенько. Как выглядит аэропорт Гданьска и как в нем сориентироваться, смотрите в следующих видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока!